регулярно проверять торговые объекты на предмет заключения договоров на вывоз мусора. На совете директоров предложил руководитель Ноябрьского специализированного автотранспортного предприятия. Раньше такая практика в Ноябрьске была и хоть как-то помогала коммунальщикам бороться с несанкционированными мусорными свалками. А вот как бороться с кучами снега, которые сегодня актуальнее мусорных? Причем найти хозяев как тех, так и других – часто бывает трудно, и за помощью приходится обращаться в полицию. Дорожники просят руководителей предприятий и владельцев торговых объектов, которые расположены вдоль городских дорог, не складировать снег у проезжей части. А специалисты «Энергогаз Ноябрьска» обратились к управляющим компаниям с тем, чтобы они тоже тщательнее выбирали место для снежных горок. И уж точно не собирали снег там, где расположены пожарные гидранты. Чистка идет снега внутриквартальная. Подгребается снег к тепловым камерам там, где находятся пожгидранты. Потом, когда подходит очередь уборки этих куч, когда гребут, будем говорить так, что погрузчики, сбиваются блоки, блоки разрушаются. Разрушается гидроизоляция верхнего покрытия тепловых камер, что потом приводит в летний период, начинаем мы ремонтировать то, что было сделано в счет, допустим, бюджета. То, что можно сохранить сегодня, оно сегодня же и ломается.